Общий биохимический анализ крови, онкоскрининг, спирометрия, определение сердечно-сосудистого риска, измерение артериального и внутриглазного давления. В парке имени Толстого работают специалисты Химкинской областной больницы. На базе музейно-выставочного комплекса «Артишок» проходит акция «Проверь здоровье в парке». Само обследование заняло буквально 15 минут. Очень быстро заполнили анкеты. Мы прошли все обследования с дочерью. Вот. Это здорово, что в нашем городе можно не стоять в очереди в поликлиниках, а посетить медкомиссию, пройти именно здесь, вот рядом. Не отрываясь, так сказать, от воскресной прогулки, можно зайти и заняться своим здоровьем. Для прохождения профосмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Результаты направят в личный кабинет на портале госуслуги. При необходимости пациентов пригласят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Я хочу поблагодарить администрацию городского округа и администрацию музейно-выставочного комплекса «Артишок» за предоставление нам такой замечательной, удобной и комфортной платформы для прохождения диспансеризации нашего населения. Проведение выездных профосмотров проходит во всем Подмосковье. Акцию «Проверь здоровье в парке» запустили в прошлом году. Она оказалась востребованной. Тогда за сезон свое здоровье проверили более 8 тысяч человек. Здорово, что такие акции проходят у нас на территории нашего городского округа, и нашим жителям не нужно никуда ехать. И, как мы видим, данное мероприятие набирает обороты, людей приходит все больше и больше. В этом году в Химках акция стартовала с начала июня. За это время обследования прошли более 160 человек. Очень благодарна, очень понравилась обстановка, атмосфера тоже очень классная. Врачи дружелюбные, все к нам относятся, это здорово. Вот. Порекомендую обязательно своим друзьям тоже пройти здесь обследование в выходные дни. Специалисты Химкинской областной больницы ждут всех желающих проверить свое здоровье в музейно-выставочном комплексе «Артишок». Пройти профосмотр можно каждое воскресенье с 10 до 15.00. Андрей Липанов, Руслан Сафин. Новости. Химки ТВ.